Всем привет, с вами Марисен, и я в Таиланде. Вот и начинается моя история, как я отдохнула с друзьями в Таиланде. Сейчас мы в самолете летим в солнечную страну, на остров Пхукет. Это мой друг Дима, а это Антоний, а это Герман. Slow down, Henry. Вот мы прилетели, сейчас ждем багаж. Как ты думаешь, ты потерял свой багаж, Антонио? Нет, думаю, что его сейчас маленький китаец щупает, там осматривает. А там мои кроссовки, Антонио. Твои? Да. Я думаю, это маленькие ножки Геры. После этого мы поехали в отель. Было очень жарко. На острове было приблизительно 38 градусов. Я наконец-то в Таиланде, и я решила снять влог, чтобы вам было интересно, и я купила специально новую камеру, чтобы для вас специально снимать. Мы сейчас идем кушать все вместе, еще не знаем куда. Я вам буду показывать, какую еду я буду есть. Эй, ребят, мы здесь не перейдем дорогу, я не буду переходить. Переходов нет. Переходов нет, что делать? Переходов нет здесь. Так, все, собрались, сейчас просим, пожалуйста, можно просто. Я не хочу умирать! Я же только начала влог снимать, я уже умру! Не, мы, нет, пожалуйста, ребят, нет, мамочки, пожалуйста, нет, 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 нет! Вот это да! Как тут переходить дорогу? Тут везде дороги, и если таец собьет тебя, он будет прав, так как тайцы всегда правы. Что вы заказали? Мы заказали пиццу, но мы не ожидали, что тесто будет такое жирное. Креветочки тут. Ну а вкусно вообще? Морская тема. Например, Дима взял картошку фри в Таиланде. Мяу. Кира, что ты взял? Что-то вкусное. А я взяла суп, потому что я за здоровый образ жизни. После ужина мы пошли гулять. Это ночная улица Пхукета Бангла Роуд. Тут много разных клубов. Мы прошли всю эту длинную улицу и дошли до пляжа. Я вот сейчас уже подхожу к морю. Здесь очень красиво и очень классно. Только жалко, что камера не может передать вам то, что вижу я. Тут очень темно. Меня видите вообще? Как замечательно быть с друзьями на берегу моря ночью. Потом мы зашли на местный рынок. Столько много разных фруктов. Мне больше всего нравятся вот эти ананасы. Они как сахар. Такие я ела только в Тае. Очень вкусные. Если вы будете в Таиланде, обязательно попробуйте ананасы. Не знаю, как можно ананасы, какие не любят. Доброе утро, с вами Марисен, и сейчас я еду на завтрак. Мы, кстати, сегодня нормально встали в 9 часов. Для нас это вообще очень круто. Блин, я так и знала, что я опоздаю все равно. На полчаса? А где Герман? Я еще не пришел. Гер, поможешь мне, потому что я снимаю. Герман, кстати, пришел. Ой, я хочу фрукты, Гер. Тут есть фрукты и сок. Арбуз. Больше не надо мне. Я возьму еще себе хлопья. Попробую сейчас сама сделать с камерой. А? Я сама не знаю, где яичница. И молоко-то пока. Вот мой завтрак. А тем временем, когда все собираются, ем вкусный арбуз. Да. Он на самом деле здесь очень вкусный. Я даже летом такой вкусный не ела. Хотя тут раз, когда мы приезжали, арбуз был как-то не очень. А это прям такой красный. Не повезло. Кто смотрел мой влог с Барселоны? Поднимите руку. Помните, мы брали машину, мы искали очень-очень долго. Так что сейчас я надеюсь, что это не повторится, и мы снимем джип прям сразу. Какой вкус? Очень-очень вкусная штучка, правда, напоминает немножко какой-то вареный носочек. Вот почему я не люблю кокос. Представляете, тот джип, который мы хотели взять, он оказался с ручной коробкой, и как бы Ваня бы не смог просто ехать на ней. Ну, хотя она была очень прикольная. Блин, я даже не сняла ее, простите, пожалуйста. Вот, но сейчас мы взяли обычную Toyota какую-то машину. Она тоже прикольная, так что
Сейчас я буду в ней. Новая песня Арианы Гранде, как вам? Малайзия. Как будто по встречке ездил. Нет, пожалуйста, так не гони. Боюсь. I want you all to myself. You're not there for a cotton and juice. You're not there for a cotton and juice. Я боюсь. Я боюсь. Еще раз. Я же не смогу так смешно сказать. Я молюсь в душе просто, чтобы батя кого-нибудь не задавил и не сбил. Потом по дороге на пляж я увидела цветочки и сказала всем, давайте остановимся. Тут очень мило, и Ваня еще меня сфоткал. As sly as a fox, as strong as an ox. Кстати, вы спросите, как же Ваня появился тоже в Таиланде? Он приехал 2 дня назад в этот же отель и ждал нас. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare. И теперь мы все вместе. Когда мы ехали, мы смотрели в окно, слушали музыку, и тут... Мы решили остановиться и покормить их, и там были не только слоны. Я пойду кормить слоника! А куда? Этого слоника? Маленького? Вау! Круто! Слоник, привет! Возьми, хочешь кушать? А, как где-то... Как он так? Кушает нормально. Нормально, да? Вообще, как будто у него тут глаза есть. Не давай, чтоб я нос его съела. Круто. Как дела, малыш? Он как человечек, посмотри на его ручки. Привет. А у меня там ничего нет. Цепочки, да. Не смотрите, глаза как у человека. Привет. Давайте поедем. Ты что кушаешь? Семечку? Вкусная семечка. Привет. Как дела? Ага. Я так и знала, что он захочет взять. Не взял. Наконец-то мы приехали на пляж. Так, пробуем так, вместе с вами первый раз воду. Раз, два, два, три. Вау, какая теплая вода! Я надеюсь, что будет прохладней. Вау! Первый раз в жизни такая теплая вода. Прям как на Гавайях температура. Да. Антония сказала, что Герон плывет как бабушка. Какая бы крутая фотка была бы. То есть я хочу фотку в гамаке. А думаешь, не, нельзя? Может быть, нет? Excuse me, miss? Can I take a picture? Yeah. Мне так нравится мой купальник, и мой маникюр подходит под мой купальник. Я как всегда. Вот мне принесли тоже. Сейчас буду с вами пробовать. Очень вкусно. А дальше мы поехали на смотровую площадку. Продолжение следует, дальше еще интереснее. Ставьте пальцы вверх, вниз не ставьте, потому что у меня такого нет. Подписывайтесь на мой канал, а с вами была Мари Сен. Пока на связи через камеру, XO. В следующем выпуске мы что, сломали машину? Какие вкусы у пирожков в тайском Макдональдсе? И как я первый раз каталась на водном скутере?